14-летний подросток умер от передозировки героина. В больницу мальчика привезли из квартиры, где он почувствовал себя плохо. Приезд скорой, подросток был уже в коме. Кто дал ребенку наркотики, сейчас выясняют сотрудники областного следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего». По данным следствия, 4 февраля ребенок в тяжелом состоянии с диагнозом острое отравление наркотическими веществами героином был доставлен в детскую клиническую больницу номер 3 города Ярославля, где, несмотря на проведенные врачами реанимационные мероприятия, скончался.
Thank you.